Спасаются от жары ульяновцы в тени сосен на берегу Юрманского залива. Новый пляж в туристической деревне Артеково открыт для гостей с 1 июля. В Ульяновской области это, пожалуй, единственное место отдыха, где вредные привычки под запретом. Благодаря этому даже самые маленькие посетители чувствуют себя комфортно и безопасно. Для создания спокойной атмосферы в прошлом году руководство лагеря написало и выиграло грант по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Добавило собственные средства, закупило все необходимое – шезлонги, раздевалки, зонтики. Идея возникла потому, что у нас родители посещают детей, то есть они приезжают, посещают их и забирают их обычно за территорию, там вот в каких-то диких местах, то есть необустроенных для купания, то есть они с детьми там проводят время и так далее. Поэтому решили, что для встречи детей с родителями как раз вот обустроить какое-то место у нас здесь в лагере. Плюс непосредственно мало именно пляжей у нас, которые ориентированы именно на детей, то есть на семейный отдых. Отдохнуть от городской суеты могут не только семьи, чьи дети проводят летние каникулы в Артеково, а приехать могут любые желающие, кому по душе спокойный отдых. Пока родители принимают солнечные ванны, дети могут поиграть на детской площадке. Здесь установлены качели, турники, горка. Чтобы не поранить ноги, есть удобная дорожка. За положительными эмоциями ежедневно приезжают десятки горожан. Как у вас здорово, говорят, как красиво, как у вас тут тихо, спокойно, на природе. И очень красочно. Людям очень нравится наш именно эстетический вид. Для создания полной картины современного пляжа остались последние штрихи. Открыть кафе с прохладительными напитками и мороженым. Сейчас его строительство близится к финалу. А пока любители отдыха на воде могут порадовать себя прогулкой на катамаране. Отдыхать приятно. Во-первых, воздух сосновый. Это приятно вдыхать в такую жару, тем более это гораздо прохладнее чувствуется. Чудесный песок на пляже, очень чистый. Вчера мой брат сюда приезжал и рассказал об этом пляже, он тоже каким-то образом нашел. Мы обычно ходили в другие места, где более людно и нет лежаков. В этом году федеральный центр поддержал 14 проектов в сфере туризма. Среди них создание глэмпингов, станций проката сабордов и других вариантов для привлечения гостей в Ульяновскую область. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда ТВ.